Так, всем привет. Сдергиваем кабину. Интересный случай произошел. Ну, это видео будет не об этом, отдельно сниму. Следующее видео будет про то, как мы, когда оно дойдет до конца и что у нас получилось, и как мы, и что мы вообще делали, для чего мы снимали кабину. А, сейчас перебирали заново? Я его, потому что один не смог. Ну да, да. У тебя же одна я. Да, да. А сейчас его вижу. Давай, давай. То есть не зря я сказал, да? Что надо проверить, да? Ну да, да, да. Она же одна. Пускай его уберет. Масла мало. Суть проблемы, то есть. Вон он летит-то. 160-й. Бомбардировщик дальнего. Белый лебедь. Параду готовится. Сейчас на... Сейчас этот, значит, и стрибки пойдут следом за ним, на. Вообще низко-низко, наверное, с километр меньше даже. Здоровый, блин. Так, суть проблемы. Ну-ка, Игорек, иди открой. Решили поменять... А, потек цилиндр, на. Решили... поменяю это, перебрать цилиндр на. А вышло все это вот так. То есть эту площадку вообще, а вон, смотри, туда уже затекает вовсю, блядь. А да, это, да. Это не сквозная, вот сквозные. Это не сквозная. Это в блоке, на, да? В вот этом, это в корпусе. В корпус туда, да. Да, вот это в корпус, а это внутрь, в коробку. Сквозные. Но они тоже в корпусе, просто сквозные, понятно. Да.
То есть долбили, площадку не снять, не поднять, сидит на втулках, охренеть как. В общем, пришлось все вот так вот разобрать. Сейчас цилиндр покажу, перебрали. Этот Игорь перебирал. Пришлось нам его сперва так испытать, прежде чем ставить. Сейчас будем ставить всю пластину. Затащили. А зачем? Все, больше не надо. Просто кабину накинем, а потом оттащим и на этом, то, что в лужу поставили. Так, сейчас с той стороны покажу и расскажу суть вопроса. В общем, нижний палец надо было не выбить было на цилиндре. Цилиндр потек. Начали его менять. И одно за другим, за третьим, в общем, плиту не снять, палец не выбить, и пришлось снимать кабину. Да, заодно поменяли вот этот вот насос. Он у нас, сейчас скажу, 6200 до 7000 в Твери он стоит. Поменяли его, и вроде бы пока все. И здесь цилиндр перебрали. Ладно, смотрим, что будет. У нас на насосе старого образца стоит вот такая эта трубка. А я купил, кстати, на Коминтерна покупал, нигде больше не нашел. Вот такой вот новый, на двенашке стоит он, по-моему. И вот такой штуцер. Вот штуцер очень редкий у нас. Хрен его найти. Но фокус даже еще не в этом. Этот штуцер еще можно как-то найти, заказать. А сейчас покажу, в чем фокус и в чем основная проблема. То есть редкость. Вот самая редкость — это вот это вот такая вот наконечник под штуцерный болт. Сейчас покажу, какой выход нашли, как мы сделали. Ну, простая рукав и вот такой наконечник. Вот это маленький наконечник, я его брал в магазине, он есть, а больших вообще нет. Сейчас покажу. Блин. Вот сделали этот переходник, не нашли. Делали в рукавах, то есть несколько контор есть у нас, которые рукава режут высокого давления на лесовозов и гозы. Вот я купил такой переходник этот под насос. Штуцер у них нашел, только штуцер был под 75-шная, по-моему, гайка здесь, 32-я что ли. И вот они мне на вторую часть рукава сделали такой. Вот это большой штуцер. Он подходит на МТЗ туда в распределитель. И рукав маленько длинноватый сделали. Ну, длинный, не короткий. Вот можно как на двенашке так переделать. А в магазине, блядь, не купить на двенашку вот этот рукав и сделать. Так что только вот так. Ладно, все тогда. Сейчас пробуем кабину ставить.
в цирк пришел, блядь, представление смотреть нам? А? Thank you.
бы где снизу. Шайбы снизу, подушек, которые должны быть. А хуй их знает? А где они? А вы ручник заварили, да? Вот эту пластину? Да. Нет, я еще ее заварил. Заварю, потому что... Ты ее не поставишь. Ага. Ну да, у вас и уже и капота не стало, нахуй. Что там? Ёптана. Одни плюсы, нахуй. Как тут, блядь? Здесь-то хороший сварщик был. Так, собрали. Сейчас здесь. Ручник заварил он? И работает?